Отдых в деревне зимой — это просто зашибись. Баня, снег, сельский сортир, медведи? А вон за туалетом. Ах вы, блядь, вы что сюда пришли, а? Что сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! Марш! Марш сейчас отсюда! Ишь какие! Хозяева, блядь! Хозяева, мне! У хозяина такое дыхание, будто он 100-метровку без лыж по снегу пробежал. Мужик, небось, от этого самого туалета свалил быстрее, чем медведи его заметили. А бабка-зверь! Кажется, я ее где-то уже видел. Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль! А ты вылетишь отсюда! Она теперь в деревню перебрала. И там всяких хозяев шлет куда подальше. Еще и муженька себе под стать нашла. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Вы заметили, когда она начала орать, они повернулись и начали слушать. По-моему, она не в адеквате, уходим, а то еще укусит. И правильно. Однажды я тоже так сваливал от люлей за разбитое окно, а мне в спину летел трехэтажный мат. Это был